Всем привет! Поздравляю всех с внеочередным выпуском «Мак новостей». Ну, не могла удержаться, вот выпускаю прямо сегодня для того, чтобы рассказать вам прекрасную новость. 18 апреля, ровно через неделю, выходит в свет моя книга «Чисто женская тема». А купить ее можно будет в Озоне, Лабиринте, в больших книжных магазинах, везде, где продают книги. Книга вышла в издательстве «Аст». Спрашивайте, «Чисто женская тема», автор Екатерина Макарова. Ой, а чё в ней только нет? Господи, и женская сексуальная анатомия, ой, и мужская, и сексуальная физиология, и развитие сексуальности по возрастам. Мастурбация, целая глава, учитаешься. Ой, и про инфекции, передаваемые половым путем, и какую клинику для их лечения выбрать, и все про контрацепцию. В общем, друзья мои, рекомендую эту книгу к прочтению, а мы с вами на канале «Доктор Макарова», где идет животрепещущее видео «Препятствие к использованию презерватива». Друзья мои, что в этом видео не говорились, помните, что все препятствия у нас где? В голове. А на канале «Макарова Лайф» идет видео про то, как шить красивое платье из павлопосадских платков. Видео нежнятинка, видео мимишное, няшное. Всем моим единомышленникам нравится, рекомендую вам к просмотру тоже. А на канале «Макарова Мама» идет очень серьезное и важное для всех женщин видео про рак молочной железы. Кто не знает, на самом деле каждая 17-я женщина России заболеет раком молочной железы, а каждая 8-я женщина Москвы тоже. Видите, в Москве, в мегаполисах, не только в Москве, в Токио, в Нью-Йорке, в Лондоне статистика по раку молочной железы ровно в 2 раза выше, чем мировая. Почему? Потому что вдобавок к обычным для женщин факторам риска добавляются еще и факторы риска мегаполиса. И рак молочной железы – это такая печальная реальность, которая может коснуться любую из нас. Поэтому, если хотите знать, какие могут быть причины и как их вовремя распознать, и самое главное – воспрепятствовать, смотрите это видео. А год назад на канале «Доктора Макарова» вышло видео «Кому и почему дают женщины». Ну, знаете, почему я замыслила это видео? Потому что несчастные мужчины писали мне письма. Ну, почему же мне женщины не дают? Я и такой, я и сякой. За что же меня так матушка природа-то обидела? И почему боженька-то охота обо мне не заботится? Ну, я решила сделать такой видео-анонс. Собрала все причины, по которым женщины мужчинам дают. Для того, чтобы посмотреть, не относитесь ли вы к этой печальной категории, пожалуйста, посмотрите это видео. А 2 года назад на канале «Доктора Макарова» вышло видео «Главный миф о пикапе». Фу, пикап, такая грязная тема, тема для интимофобов, кайтофобов и неудачников, которые не могут составить отношения с женщинами, пока только знакомятся. Смотрите мое видео. А 3 года назад на канале «Доктора Макарова» вышло животрепещущее видео «Клитора как банан, а половой член и как дуриан, а в попугаях-то он длиннее».